Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем проходить игру Mountain Blade Русь 13 век. И давайте-ка вспомним, что у нас тут, на чем мы вообще закончили с вами. Потому что в Mountain Blade я уже не играл около 3, может быть, даже 4 дней. Да, ребятки, это для меня довольно-таки большой срок при прохождении какой-либо игры. Поэтому давайте смотреть, что у нас там вообще по заданию и вообще вспомним эту прекрасную вселенную. Вернуть долг. Дал нам задание лорд. Это у нас Польша. С Польши чувак, короче говоря, дал нам задание. И нам нужно отправиться... находится в Полоцке. Полоцк. Так, ну у нас еще есть 78 дней. Я думаю, мы успеем это задание выполнить. Пока не будем особо нарываться на это задание. Так. Время еще есть. Лорд Сибула поручает вам доставить сообщение для князь Болеслава. Князь Болеслав V стыдливый находится в Сандомире. Сандомир это что? Это у нас Польша. Показать на карте. Посмотрим. Ой-ой-ой, далековато, конечно. Далековато все это вообще. Фу-фу-фу. Что у нас там по времени? 19 дней. Ну, не так уж и много, в принципе. Ну что, тогда, скорее всего, отправимся в этот самый Сандомир. И там уже я хотел еще сгонять вот сюда. Тоже, конечно, далековато все это. Это у нас Херсон. Такое вот у нас, типа, нейтральное какое-то здание. Да, немножечко увеличил я музыку. Я думаю, вы заметили, да? Так, где мы вообще находимся? Что-то я потерялся. Так, далеко я уже ушел, конечно. Ну, где-то с вами вот здесь, Смоленск. Так, ну что? Да, давайте выполним это задание. Отправимся в... Так. Да, отправимся туда. Так, что у нас тут? Караван идет. Да, ребятки, я не знаю, как там с музыкой. Громко или нет. Не знаю, посмотрим, как там будет. Может, даже чуть-чуть убавить. Ну, так вот, совсем немножечко. Чтобы она не мешала нам. Фух. Ну, в принципе, да, здесь музыка такая специфическая. Кто-то писал даже, что на каждой территории играет своя музыка. Например, на территории Руси играет чисто русская музыка. И... Да. Например, у крестоносцев там, у Польши, у них уже совсем другая. Совсем уже ихняя музыка там играет. Поэтому даже не знаю, правда ли это. Так, отряд. Давайте-ка посмотрим, что у нас еще в отряде здесь. Да, у нас, конечно, пленников. Да хирища просто. Так, кого бы еще улучшить? Ну, вроде как... Так, у нас кто? Аленушка. Что-то мне кажется, я зря, наверное, ее посадил на лошадь, потому что... Недельная плата 1 динарий всего. Потому что она у нас больше идет как по торговле, смотрите. Первая помощь, хирургия и перевязка. Она у нас, в принципе-то, не боец. А вот Ольга, да, Ольга у нас неплохой такой боец сам по себе. Не знаю, ну ладно, пускай это так все останется. Так, да, также здесь у нас можно было как-то побыстрее перемещение, да? Так. Это у нас пауза. Хер его знает. Как здесь быстрее перемещаться? Ну, как-то можно было, да. Как-то было можно, только вот я уже не помню. Ладно, тогда доберемся так, в принципе. Ехать у нас не так уж и много, смотрите, как быстрому. Надеюсь, там нас примут нормально, и все будет чики-пуки. Не хотелось бы, конечно, враждовать с Польшей. Вроде как они нам друзья. Поэтому... Битва, кто у нас тут? Смотри-ка, твою мать! А отряды горные бандиты здесь у нас против кого? А, против Польши. Ничего, вы что, офигели, что ли? Давай-ка поможем Польше. Мы с ними в союзе. Ну-ка, ребятки. На помощь князю. Да, конечно. Давай, погнали. Помогать нужно. Так, ребятки. Всем держать позицию. Так, ребятки, сколько у вас тут вообще? Много, нет? Ну, в принципе, нормально. Смотрите, у нас тут конница в большинстве, да? Давайте-ка... Так, конница.
Не, давайте за мной пока. Пока не будем лезть на рожон. Так, ну, в принципе, да, смотрите, у нас конница неплохая. Так, Аленушка, там Ольга. Такой чисто женский состав. И, конечно же, там пехота у нас осталась. Пускай пока стоят. Я думаю. О, давай в атаку, понеслась. Тихо, дружок. И сюда. Разбойнички, значит, у нас тут, да? Смотри-ка, блочит, падла. Иди сюда, сладенький. Готов. Это кто? А, это наш, это свой. Так, там у нас какой-то замес происходит. Кто там вообще? Что происходит? Так, давай-ка все в атаку, ребятки. Поможем, все в атаку пойдем. Так, и все, что ли? Да, смотри-ка, это было очень легко. Замечательно. Но я думаю, у нас сейчас отношения будут получше, к нам будут относиться как к союзникам. Это, конечно, мне хотелось бы, конечно, да. Да-да-да, молодцы мужики. Потерь у нас нету. Союзники... Ну, союзники, ладно, я думаю, они восстановятся. В принципе, здесь главная наша армия. Так, спасибо за помощь, незнакомец. Да, ведь мы еще не представлены. Как ваше имя? Меня зовут князь Игорь. Рад встрече, князь Игорь. Я князь Владислав Апольский. Апольский. Благодарю за вашу помощь и надеюсь, что мы еще встретимся с вами. Да. Давайте банюганов можно взять в плен. Так. Всех, да? Всех взяли. Нас просто дохерища. Опачки, смотри-ка, что у нас тут. Смотри-ка, что у нас тут есть, а? Полезности, вкусняшечки. Угу. Дротики. Давай забираем. Все это продадим, я думаю. А, копье у нас тут. Древковая скорость 105. Окей. Собираем. Обшитый круглый щит. 17 защиты. Нет, у нас, конечно, лучше будет. Так, что у нас с провизией? Да, вот не поиграл уже пару дней. Все. Подзабыл уже. В общем-то, все такое. 8 к защите. Так, ну защита, конечно, здесь херовасенькая, честно говоря. Кожаный доспех. Сопротивление 1. Размер 40. Ага. Сопротивление 7. Ну, эти, конечно, да, говняные совсем. Щиты вот эти еще более-менее. Получше будут. Сопротивление, почему-то здесь 0. Херово. А размер 40. У меня 50. Да, конечно же, херовасенькая здесь. Так, ага, еще один щит. Сопротивление 0. Цена покупки 113 возьмем, продадим, почему бы и нет. Золото нам всегда нужно. Да, я еще также думаю, скорее всего, я буду нанимать просто наемников кучей и нападать на караваны. Все-таки у меня такая мысля еще есть, чтобы отбирать их и потом все это продавать. Потому что недельная оплата, конечно, там очень много. Нам нужно, конечно, золото. Так, сохранимся, все. Могли тебе все, в принципе, нормуль, да? Красавчики. Тут у нас еще какой-то есть галич. Ну, пока я туда ссылаться. Бандиты у нас тут еще гуляют. 21 человек. Убегает, смотри-ка. Убегает. 21 человек. Стоит ли нападать? А давайте нападем, почему бы нет? О, смотри-ка, что сматывается. Сейчас догоним их. Сейчас догоним и поможем. Поможем нашим чувакам. Давай. Так, это что такое? Убегают. Давай, иди сюда, сладенький. Ну, давай же, быстрее разгоняйся. Я надеюсь, что мы догоним их. Воздухом дышим, а? Да, дышим. Ты чё, бля? Чё ты против имеешь? Отведай холодной стали, мразь. Погнали в атаку. Ночью будем драться. Ночью. Так, ну чё, все в атаку. В принципе, почему бы и нет. Напал я, конечно, там было два отряда. Это у нас их тут 9 человек, по-моему, если я не ошибаюсь. Не стал туда уже нападать и рисковать. Ну, если он там останется, то, в принципе, можем и напасть, если он не убежит куда-нибудь этот отряд. Ну, там, конечно, их 21 человек. Не знаю. Надеюсь, что, наши ребятки справятся. Так. Ну, это да, это просто мясо пушечное. Падай, сученыш. Готов. Ну, это, конечно, да, вообще проще простого. Троих просто зарубили, как ничего делать. Так, да, ребят, здесь конец, конечно, вообще тащит. Зарубили последнего.
Хорош. Аленушка достигает уровня 2. А, нам еще можно, оказывается, прокачивать наших героев. Ага, смотри-ка что. Ладненько, будем знать. Разбойник. Иди сюда. Ага. Слишком много, да, у нас тут получается. Так, лутер. Пошел в жопу. И разбойника давайте захватим. Вот так пускай будет. Окей, что тут есть у вас? Ага. Требуются силы, скорость, 158. Так. Ну что, есть что-нибудь ценное? Что-то я пока не вижу. Все какая-то одна херня. Так, ну вот, давайте возьмем доспех. Вот этот продадим, я думаю. Шипастая дубина. Так, сохранимся. И еще у нас тут один отряд. Конечно, разбойников очень много. Приходится с ними воевать. Потому что по-другому никак. Ну и, конечно же, прокачаться можно на них. Так, давайте-ка посмотрим на наш отряд. Может, кто-то там повысился. Аленушка, конечно, вот у нас, смотрите, тут. Ага. Давайте докмета. Ага. И кого еще можно? Так, ну пока все, пока все. Что у нас там? Так, отряд. Давай-ка посмотрим. Так, Ольга, Аленушка. Давай поговорим. О навыках. Угу. Так, тут у нас идет прокачка, значит. Ну тогда, если Аленушка, ты у нас занимаешься там торговлей туда-сюды, значит, мы тебе и будем качать торговлю. Почему бы и нет? А, перевязка. А вот то, что нужно нам. И давай тут у нас... Нет, живучесть тебе не нужна. Стрельба верхом тоже. Следопыт, тренер. Это что у нас? Ага. Опыт. Кладовщик. Вот это вот полезная способность. Давай-ка кладовщик мы с вами прокачаем. Вот так вот сделаем. Скорость исцеления. Давайте скорость исцеления вот так. Аленушка у нас чисто такой, знаете, медик. А, и здесь у нас... Давай тогда древковое оружие прокачаем, потому что у тебя там копье. Так, и вот так вот пускай будет. Нормально. Так, ага, и что у нас там у Ольги? Может быть, еще можно Ольгу прокачать? Давай посмотрим, что у тебя. Да, смотрите, ну тут, конечно, меньше у нее будет. Мощный удар, мощный бросок, мощный выстрел. Вот эту давай прокачаем. И живучесть, наверное, лучше. Побольше здоровья ей, чтобы она не помирала так быстро. И здесь у нас 6 очков. Так, у нее был меч, поэтому одноручное оружие даем ей. Ага, все, да? Больше прокачать мы не можем. Ладно. Тогда нормально, нормально. Прокачали наших девчат. Армуль. Так, и сохранимся, и попробуем напасть на вот на этого бандюгана. Бандюган. Иди сюда, сладенький. А? Что такое? Везение кончилось, жалкий пес. Готовься к смерти. Громкие слова, они станут поросящим визгом, тыры-пыры, все дела. Угу. Так, ну чё, погнали. В атаку все. У нас ребятки, в принципе, вроде как прокачаны, да? Наша пехота. Я думаю, справится. Так. А, ну и, конечно же, конница. Топовая конница просто. Всех разносит. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот, конечно, сейчас будут потери. Потери будут по-любому. Смотрите, сколько здесь. Твою мать. Иди сюда. Ты что там блочишь еще, падла? Тихо. Тихо. Тогда возьмем на себя пехоту. Сучоныш, а? Не попал. Иди сюда. Готов. Падать, сука. Еще блочит, смотри-ка. Ну-ка, падай. Так, ну я его не убил, да. Ты что тут задумал? Пострелять, что ли, решил? Готов. Так, конница. Ага, вот еще конница осталась. Так, лошадка. Спокойно. Что у нас там происходит вообще? Так, тихо. Смотри, на наших ребят уже начинают их атаковать. Где еще? Где еще? Ребятки, куда бежим? Так, ну если они бегут туда, значит там где-то еще есть один. Не один враг у нас. Ага. Так.
Там кто-то еще есть. Ну-кась, ну-кась, ну-кась. Ага, вот значит у нас тут, да? Сейчас поймаем его. Сладенького такого. Смотри-ка, живучий, а какой. Иди-ка сюда. По щам, получил. Хорош, ребятки, хорош. Молодцы. Вроде как без потерь. Ольга ранена. Но Ольга у нас вроде как не умирает. Она может быть только раненая. Поэтому ничего страшного, я думаю. Восстановится наша девчуля. Так, бандитов. Конечно, блин, у нас тут очень много. Лесной бандит. Все уже переполнено. Надо как-то их продавать. Ага, смотрите, у нас тут еще, смотрите, можно нанять. Это, конечно, тоже полезная способность. У них, смотрите, были в заложниках пленники, да? Это очень хорошо. Нанимаем, давай. Да ладно, серьезно, что ли? Больше не могу взять. Отряд укомплектован. Не понял. Неужели так? Почему 19 человек у нас? Твою мать. Надо как-то прокачивать. Надо прокачивать. Так, что у нас тут есть? Смотри-ка, что, сопротивление. Давай возьмем, давай. Неплохо. Стрелы. 5 урона. Но у меня, конечно, больше урона будет. Так, зубренный фальчион. Так. Неплохо, так неплохо. Смотри-ка, неплохо. Совсем не дурно. Нормандский меч. Зона действия 94. У нас, конечно, больше. Но возьмем. Можно за хорошую сумму его продать. Так, тяжелая кувалда тоже возьмем. Неплохо так все это стоит. Да забираем все, я думаю. Ну, не все, конечно, что-нибудь оставим, конечно. Потому что тут совсем такие дешевые не будем брать. Потому что они нам ни к чему совсем. Так, шапочка, может быть, для наших девчат пригодится. Посмотрим. Так, давай еще одну возьмем. Что у нас тут? Щит. Так, доспех. Это что такое? Наголовник. А я думаю, он мало чем поможет в битве. Потому что это... Ну, это просто тряпки, смотрите. Просто ни о чем. Херня какая-то. Так, сапожки возьмем. Есть что? Посмотрим на наших девчат еще. Что их там можно... Что им можно дать вообще? Так, ну, вроде как все. Вроде все тут фигня осталась. Все, угу, сохраняемся. Так, отряд. Нет, не отряд. Нужен персонаж. Нужно прокачать наших... Так. Количество нашего отряда нам нужно прокачать. Тренер. Нет, грабитель... Тоже не то. Атлетика, щиты. Ага, это у нас все такое боевое. Так, тактика. Поиск пути. Это у нас тоже не то. Наблюдение. Подавщик. Емкость инвентаря. Перевязка. Хирургия, первая помощь. Конструктор. Ага. Убеждение, помогать вам убеждать других людей. Так, захват пленных, лидерство. Так, лидерство. Для увеличить отряд на 5 бойцов. Ага, вот что нам нужно. Вообще у нас на 0 прокачано это. То есть вообще не прокачано. Это, конечно, печально вообще. Так, повышает боевой дух и снижает жалование отряда на 5%. Это, конечно, да, очень полезная способность. Поэтому прокачаем ее. Так, стой. Вот так. И здесь у нас, чтобы еще качнуть, мощный удар, мощный бросок, мощный выстрел. Так, тут у нас владение щитом, атлетика, владение оружием. Угу. Лидерство. А давай качнем. Так, и здесь у нас много очков. Лук надо прокачивать, кстати говоря. И одноручное тоже. Все. Мы с вами все прокачали. А, отряд. Да, смотрите, блин, я, конечно, затупил. Мог взять еще тех ребят.
Можем повысить. Давай. Так. Выительница такая у нас. Бобёна, да, суровая. Так. Так. Ну, неплохо. Неплохо, неплохо. Потихонечку поднимаемся. Конечно же, не так все быстро, как бы хотелось, да, но потихонечку. Потихонечку идем вверх. Так, сохранимся. Тут у нас еще галеч какой-то. Следует цель заходить. А, у нас там еще. А, ну конечно нужно. Нам же нужно все это продать. Всю эту фигню. Так, давай-ка, Ольга, поговорим с тобой, посмотрим, что у тебя там эти можно. Чем тебя можно снарядить еще. А, сопротивление 4. Тут идет сопротивление 3. Угу. 28-20 у тебя, значит, по оружию, да? 28-20. Да, такой же меч у нее. Точно такой же. А и по защите 26. Ну да, тут у тебя получше, конечно, все будет. Нет, в принципе, у нас Ольга такая боевая баба, да? У нее уже все есть. Пока, я думаю, хватит. Давайте-ка посмотрим на Алёнушку. Так, покажи мне свою снарягу. У нее щита вообще нет. Нужно ей дать щит хоть какой-нибудь. Вот у тебя, мне как раз есть для тебя щит. Будешь у нас под защитой. Так, и да, смотрите, у нее тоже шлем неплохой. Парам-пам-пам, что тебе еще дать, красавица? Так, 17-17, значит, у тебя по урону. Да, Аленушка у нас не боевая, но все же, хотелось бы ей что-нибудь дать. Почему бы и нет? 15-26. 28-20. Может быть, мечи засунуть? Засунуть. Дать, точнее говоря. А давайте дадим мечи. Почему бы и нет, да? Вот, тебе меч, держи. Вот так у нас боевая Алёнушка. Неплохо. И сейчас мы все это продадим. Сейчас зайдем в Галич и там уже все это распродадим. Тут у нас. Да, смотрите. Неплохой такой городишко. Можно все это продать. Посетить таверну, смотреть город, выйти в замок. Так, торговая площадка. Может, нам. Чего? А, дверь заперта. Подожди, у нас что получается? Так, нужно подождать. Давайте подождем. Скорее всего, потому что у нас тут ночь. И лавки у нас не работают. Давай-ка. Галич. Кого? Да, сейчас все прекрасно. Так, значит, продаем оружие тебе. Держи топор. Вот это все, это нам не нужно. Это у нас. Это нам ни к чему. Вот это забирай. Шлема. Все это фигня нам не нужна абсолютно. Сопротивление 3, ну я тоже продам. Это нам тоже не нужно. Так, что у нас по провизии? Ну, в принципе, да, пока хватает. Пока всего хватает. Даже больше, чем, более чем. Парам-пам-пам. Что есть у тебя по счетам? Сопротивление 5. Сопротивление 3. Угу, нужно еще прокачать владение щитом. Окей. Нет, ну мой, конечно, получше будет. Щит получше. Ладно, все. Продали всю эту ненужную фигню. И так. Поговори с главой местных властей. Есть какое-нибудь задание у тебя? Руси, крестоносцы развязали войну, из-за которой наш город уже на грани разорения. Наши караваны подвергаются набегами и не успевают добраться до места назначения. Наши купцы боятся выйти за пределы городских стен. И в довершении всего на военные налоги уходят последние остатки наших запасов. Если в ближайшее время не наступит мир, то мы долго не протянем. Угу. Как снять это безумие вообще? Уже предпринимались попытки достичь мирного соглашения, но некоторые влиятельные лорды с обеих сторон заинтересованы в продолжении войны. Они убеждают остальных не внимать голосу разума и продолжать бессмысленные битвы. И пока они так влиятельны, ни о каком мире быть и речи не может. Кто эти
со смертью. Это князь Александр Ярославич из Русь и лорд Сурдун из Крестоносца. Пока они не передумают или не потеряют влияние, никакого мира не будет. Да я как бы тоже не хотел с ними мириться. Они жгут, значит, наши деревни, да? Поэтому я бы продолжал с ними войну. Что тут можно вообще предпринять? Есть один способ. Достаточно решительный человек мог бы склонить одного или обоих лордов к мирным переговорам. А в случае необходимости применить силу и захватить их в плен. Да ладно, ты гонишь что ли? В плен еще и брать. Это же вообще... Нас просто порешают. Это уж точно заставит их поумерить пыл и не препятствовать заключению мира. Что скажете? Справитесь? Это нелегко, но я попробую. О, ради такого дела многие торговцы в городе охотно вывернут свои кошельки. Думаю, между собой мы можем собрать 12 тысяч динарий. Мы с радостью вознаградим вас этой суммой, если вы нам поможете. Позаботьтесь, чтобы князь Александр Ярославович и лорд Нига приняли мирное соглашение. Или просто подержите их в плену, пока не будет заключен мир. Давай посмотрим. Это, конечно, будет нелегко, но попробовать стоит. Так, тут у нас, да, с вами уже в центре города. Посетить таверну. Давайте посмотрим, что тут у нас в таверне есть. Здорово, ребятки, здорово. Вас можно нанять? Ага. Два моих нет. Пока не будем брать, у меня не так много золота. Поэтому уходим отсюда. Вообще, мы идем с вами по заданию. Нам нужно двигаться дальше. Так, где вообще оказался? Так, нам не сюда. Давай обратно. Давай обратно. Так. Фу, тут у нас какая-то деревушка. Так, караван идет. Польша, это наши друзья, поэтому их даже трогать не будем. Друзей мы с вами не трогаем. У нас же с ними мир, правильно? Поэтому... Ну его нахрен. Так, караван, опять крестоносцы. Мы пока не очень сильные, чтобы с ними справиться, поэтому нападать тоже не будем. Не такая у меня большая армия. Так, ну я надеюсь, что меня сейчас здесь примут, и все будет просто прекрасно. Так, Банюган. Убегаешь, значит? Ну, иди сюда, падла. Сейчас поймаем его. Не зря же я качал скорость. Смотрите, он тоже так быстро двигается. Иди сюда, падла. Бегает он. Везение кончилось, ублюдок. Хана тебе. Погнали все в атаку. Ребятки, вы где там? Ну в атаку, вы чё? Так, дай-ка мне мой лук. Постреляем чуть-чуть. Так, конница уже в пути. Ага, вон. А, не-не-не, тут у нас без лука. Не-не, с луком не будем мы здесь с вами воевать. А, мазал. Чуть-чуть. Сейчас мы их раскромсаем тут. Как тебе такой вариант? Ой-ой. Ребятки, хорош. Давай, догоняй его. Готов. Тихо-тихо-тихо. Ты чё такой резкий, чувак? Так, чуваки, там наша пехота бежит. Там, судя по всему, еще у нас есть. Ага, вон бегает один. Еще один. Сейчас разберемся. Так, у нас сюда и лучники есть, и кого только нет вообще. Так, иди сюда, чувак. Так, стой, тихо. Обманули, дурочка. Готов. Так, ну что, последний остался? Все, да? Хорош, ребята, хорош. Ничего тебе, секира. Выделенница. Ну ты что такая опасная-то, баба, смотри-ка. Тебе бы еще щит, конечно, было бы вообще прекрасно. Так, далее. Горный бандит. Можно взять? Да, я, у нас еще есть место. 38 теперь у нас уместительность. Это, конечно, прекрасно. Так, что у нас тут есть? Броник, меч заберем. Все, нам это пригодится. Так, ага. 46, ну давай возьмем. Продадим все это. Все, в принципе, все здесь можно продать. И это радует. Доспехи. Так, так, ну я думаю, хватит. Сохранимся. И что у нас там? Сандемир. Ага.
сообщение нужно доставить, короче говоря. Давай. Мы уже рядом. Мы уже совсем рядом, чтобы сдать этот квест. Польша. А, смотрите, просто без проблем можно выйти. Дверь заперта. Блин, у нас же... Да-да-да, у нас же ночь. Давайте отдохнем чуточку. Че у нас тут битва? Кто с кем вообще тут? Давай, попробуем. Не знаю, что там происходит. Ну, погнали в атаку. Посмотрим, кто у нас там. Скорее всего, бандиты здесь. Опять. Буянят. Так, где вы? Где вы, сукины дети? Я вас пока не вижу. Так, ребятки, куда вы? Ага, понял, значит, не там. Сейчас разберемся. И с ними сражаться, да вы что, гоните, что ли? Это оскорбительно, с ними сражаться, ребята, ну что за фигня? Да. Не, ну это не битва, это просто... Не знаю даже, как назвать. Просто каннибализм. Готово. Это было очень трудно. Ладно. Рад видеть вас здесь, князь Игорь. Опять ты, что ли? Польский. Подожди, я же тебя ищу вроде как. Или нет? Так, морской пират. Давай, иди сюда. И что тут у нас? Ого, смотри-ка, чё. Шлем нордов. Он даже будет лучше моего. Давайте-ка оденем. Вот так вот. Замечательно. Цена покупки. Возьмем. Неплохой такой лук. Секира какая-то у нас тут тоже возьмем. Щит. И, в принципе, все. Хватит. Так, это что? 48. Нет, не будем это брать. Ну его нафиг. Так, сохранимся. И... Да, нам сюда. Пойдем войти в замок. Короче, чувак, у меня тут для тебя послание есть, понимаешь? Ты понимаешь, о чем я тебе вообще говорю? Это кто такая? Леди Айсу? Так. Меня зовут князь Игорь, все дела. Ваши слова опережают вас. Самое время испытать друг друга в турнире или на поле боя. Что? Военнопленные тебя заинтересуют, мои? Ему опять же пофиг, смотрите. Так. Можете... Так, подожди. Стой. Стой. По заданию еще раз посмотрим. Лорд Сибула дал, а князь Болеслав V Седливый находится в Синдомире. Но его там нету, да? Болеслав V Седливый. Твою мать, где же ты можешь быть? Тихо. Нет, это не он. Правитель Сандомире. Но его здесь нет. Херово. Польский. Где ты можешь быть? Кстати, у нас еще Плоск есть. Тоже можно выполнить задание. А, что у нас там в Плоске-то было вообще? Плоск. А, нужно вернуть долг. 3500 динарий, да. Окей. Ладно, ребятки, тогда давайте мы с вами закончим. А, что-то я не вижу этого князя. Здесь его нету. Придется его искать, судя по всему. Даже не знаю, где он может быть. Может быть, в Кракове или в Плоцке. Может, вообще в Люблин. Странный замок, конечно. Такое название. Ладно, тогда давайте здесь мы сделаем перерывчик. Такие у нас горы тут зимние. Да, если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И да, всем спасибо за просмотр, это у нас был Mountain Blade, Русь, 13 век. Всем удачи и всем пока!